Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию Digenetica. Мы, как компания, делаем топовые продукты для персонализации в ритейле. Один из якорных продуктов, который мы делаем на протяжении последних полутора лет, это продукт, связанный с поиском. И сегодня наш стенд, он посвящен именно этому продукту, потому что мы очень хорошо научились делать для ритейлеров поиск на их сайтах. Какая главная цель присутствия сегодня здесь, на этом мероприятии? Мы видим здесь очень большое количество наших потенциальных клиентов, и мы видим очень такую насущную и такую насыщенную возможность с ними пообщаться. Вот, поэтому мы очень счастливы здесь быть, это очень клево, очень круто. Вот, могу сказать, что лично сегодня пообщался порядка с 50 уже ритейлерами и очень большое впечатление от этого получил. Ну, это такая хорошая цифра, а если говорить про ваших клиентов, как они изменились за последние 5 лет? Мы видим, что все ритейлеры за последние 5 лет, там основной якорный тренд – это диджитал, да, все ритейл, весь ритейл развивает диджитал-канал, и очевидно, что доля выручки, которая переходит в диджитал, она с каждым годом увеличивается, и я уверен, что через какое-то время будет превалировать над розницей. Еще будет не скоро, но я уверен, будет. Сейчас в каком направлении движется ваша компания? Мы продолжаем системно инвестировать в вещи, связанные с машинным обучением, с большими данными, да, потому что мы считаем, что это вещь, которая позволяет формировать наиболее такие яркие, значимые точки роста для наших клиентов сегодня. Спасибо огромное. Вам успехов в работе. Вам большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.